Всем добрый день, дамы и господа, с вами мистер Узгар, я продолжаю проходить свою разборку по Майнкрафт 1.2.5. Опять в этой серии, у меня тут есть небольшое обновление. А точнее добавилось два мода, первый касался это Play Minimap. Если что, кнопка меню. Меню здесь не английское M, а потому что тут показывает меню или не Атинда. Ну или Йо на русском языке. О, здрасте. Спасибо, что сами пришли ко мне. Так вот, сегодня отправлюсь просто приключения. Поищу что-нибудь. И вот из. Вот если честно, я также хотел еще вот этот вот поставить мод, который называется вот Трикапитейтер мод. Ну, мод, с помощью которого можно он запросто срубить дерево, да? Но, к сожалению, вот откуда я скачал именно со старой версии. И казалось бы, ну просто возьми, скачай новый там. Ну там же. Вот здесь, вот отсюда, вот тут ссылка там появится. Так вот, я это сделал. Да, то есть я нашел. И вы знаете, я вот начал смотреть, и там версия то же самое. Причем это специально, причем вот какого-то сайта мододела, по-моему, какой-то официальный, по-моему, Minecraft мод, что ли? Я вот точно не знаю. Так вот, я это сделал, и не сработало. Не знаю, может быть, это только у меня, но да, но скорее всего просто у меня. Вот я не знаю, как у вас это работает или нет. Если у вас работает этот вот Трикапитейтер, то скиньте мне ссылочку на рабочую версию. О! У нас тут прямо по курсу этот песчаный храм. А что это у нас тут такое? Осадная башня. Блин. Я вот даже не знаю, там охрана. Вот, а вот таких башек там охраны немало. Они полностью железные. У них же железный еще сет есть. А у меня даже кожаного нету. Печально. Так, давайте спустимся. Главное не активировать эту пластину. Неплохая, да? Ну, ладно, хорошо. Добыча неплохая, по крайней мере, алмазная кивка. Кивка с нами. И, ну, и теперь можно... Так, вот теперь можно даже отправиться даже в... Ладно, давайте выбираемся вот отсюда. Ладно, мне этот священник не нужен будет. А вот
Нет, я лучше... Нет, лучше сначала домой разгружусь. Так. Так, секунду, так. Эту батарею. Ладно. Ладно, я оставлю вот так. Пожалуй, за смех. Я лучше домой. Домой побыстро сгоняю. Выгружу алмазы. И, наверное, буду брать эту башню. Там все-таки есть пушки. А это пригодилось бы, тем более. Да и тем более, что эта башня по сути стоит из этих вот. Там может башня из этих каменных. Как же они называют? Вот из. А, вот, из каменных плит. И в принципе их можно использовать. В принципе, они могут, в принципе, сгодиться, ну как, для подвала или, ну или так же, как расширение для дома, например. Согласитесь, весьма неплохо. Только еды, да, почти. А главное, где первые две. Ладно, давайте попробуем взять эту башню без какой-либо защиты с одним мечом. Но я понимаю то, что в реальности такое бы было бы типа самоубийство. Ну, нет, было бы глупо весьма, скажу вам честно. Да, весьма глупо. Но как говорит там, кто не рискует. Ну, а дальше вы сами знаете. Так. И сколько вообще этих улиц? Сколько вообще? Так. Так. Ах, так, я вижу тут 4 сверху и 2. И 2 внизу. То есть всего тут... То есть всего тут 6. Вот эти сюда немного непонятно даже. А вот эти красные солдаты, они вообще на кого работают-то? Кому они служат вообще? Эти ребята серьезные. Thank you.
событиями, что... Сашки-Вава и Флер, и... лучше отношения между ними, теперь они прохладные. Окей. Ладно, ладно, возвращаемся обратно. И пожалуй, пока начнем копать подвал сам. Ну, вдруг у нас найти пещеру там. Или что-нибудь похожее. Пещеру там, ну или залежи железа. В общем, цель наша собрать полностью железной брони и отправиться к границе эту башню. Также им придется побольше еды, потому что это не... Хотя тут недалеко, не только дома, тут есть лес и болотистая местность. Может быть, там что-нибудь найду. Да. Вытолкни меня, спасибо. О, спасибо, спасибо, что вы вытолкнули. Блин, всего-то полтора сердечка. Это нехорошо. Ну ничего, я уже почти. Уснул от нового своего домика. Вот хорошо, что я поставил чекпоинт. Точнее, точку. А то бы я реально не знал, что если бы искать его. Сейчас как раз алмазную кирочку сделаем. Так что будет все хорошо. Ну что ж, начнем. Да, со скобки. А где лопата? Мне нужна лопата. Прекрасно. Тут.
Вели. Ушел. Просто он еще не умеет ломать стекла. Не ломали бы, это было бы. Четыре. Того 54. Я знаю, что тут долго, но я, пожалуй, какую-нибудь музыку, что ли, ставлю, что ли, чтобы было сыграть время. Да. Так было бы, конечно, было бы получше. Но опять же, надо все смотреть гайды Векс. Sony Векс. Также особенно насколько голоса. Потому что Порсели мне не понравилось, но я звучу. Требует, как говорится, калибровки. Вот скажу, что я поставил бандиками на то, чтобы звуковая дорожка именно отдельно шла отдельно. Ну, при монтаже, как говорится, это очень сильно помогает. Как они лишь осталось лишь только посмотреть, как нас. Как более-менее, но настроить все-таки. Я тут копаю весьма большой подвал, но это на самом деле это лишь просто типа шахтерский спуск вниз. Сколько идет уже? 20 минут.
стоп, я не то, ну не то, я не хотел нажать на воскрешение.
откуда и куда я шел. 1, 2, 3, 4. Что тут 24, уже 24. Неплохо, неплохо, да, почти закопали новую дорогу. Так. 3, 4, 5, 6. Я слышу лаву. Она где-то тут, рядом, буквально. Может быть, даже так. За мной где-то. Вот, я ее слышу. Я знаю уже, что я близко к ней. Она вот где-то вот тут, лет, вот тут рядом, а. Остается лишь копать. Глубже. Я слышал воду. Вот где-то вот тут, прям за стенкой. Да, я слышал воду. Да, да, мне не показалось. Она есть. Не знаю, можно поставить этот вот мод Dynamic Light. Динамитик. Dynamic Light. Там так. Блин, вода где-то рядом, а? Ну вот тут где-то. Должно хватить. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Высота 12. Где-то, я не могу понять, где она?
Ладно. Зажжу. Мне показалось, или я видел воду тут, или только что я видел воду. Не, просто показалось. Ох ты ж. Ничего себе, как много. Уже все. Мам. Ладно, ладно, все, выбираем отсюда, потом. Ладно, я потом кто-то поищу. Но точно тут рядом есть где-то пещера. Это уж точно. Так, я тебя потом свел. Ох, ё. Ох. Ну, блин, а. Я ведь только начал убираться из пещеры. Сюда. Я тут даже еще туда же не привел, тут все в более-менее, но в порядок. Надо тогда все сгрузить тогда все вещи.
печке ничего. Конечно, до вас до дома пошалить, но... Опа, блин. Ладно, пожалуй, пока стоит прервать серию. Ну, чтобы я более-менее, чтобы этот спуск в шахту был более-менее, но все-таки покрасивее. Ну, все-таки ступени, все поставить хотя бы ступени из булыжника, чтобы было удобнее передвигаться. Ну и так далее. В общем, красиво, стильно, ну и так далее. Вот сейчас я надеюсь на то, что при монтаже мне удастся более-менее нормализовать свой звук микрофона, потому что у Bandicam, в отличие от OBS-ки, нету фильтров. Для микрофона нету фильтров. Шум подавления, уровень шума и так далее. Поэтому сейчас. А ты что-то не говоришь? Вот на виде этого догорающего зомби я заканчиваю серию. А если вам понравилось, можете поставить лайк, ставить свой комментарий, подписаться на мой канал. Всем удачи, счастливо, пока!